Среди высоких гор и низких цен на люля присел на корточки красавец Пятигорск. Здесь успешно продолжает свое вещание Севкаф ТВ. Единственный телеканал, по которому никогда не показывают криминальные новости, чтобы не подставлять сотрудников. А это его ведущий Жорик Вартанов. По-братски, давай я в очках буду делать. Зачем ты в очках будешь? Глаза красные просто. Не моя тебе говорю, очки. Красные глаза. Все, не красные уже, белые. Давай. Нормальный? Да, нормально. Походу лекарства действует. 4 секунды до эфира. 3 секунды до эфира. 2 секунды до эфира. Да, ладно, не умничай, ну. Настройся уже. Да, слушай, я что, рояль настраиваюсь? 1 секунда до эфира. Та-ба-р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 а-
кино. Здравствуйте, дорогие мои любимые, уникальные Вася, жители Пятигорска. В эфире вы смотрите телеканал Севкав ТВ. Самый мощный Вася, телеканал всего мира, Вася, из Ставропольского края, в частности, а? Что ты несешь? Что ты? Что тебе не нравится, а? Что тебе не нравится? А что это за... Я нормальный ведущий, Вася! Потухни, да. Извините, ради бога, тысяча извинений. Сегодня в эфире программа «Все о кино». К сожалению, у нас в Пятигорске... Нет у нас, короче, в Пятигорске 3D-кинотеатров. Этих объемных. Да, вот которые большие, пузатые кинотеатры. И нет у нас их, короче. И я специально поехал в Москву. И для вас, наши телезрители, специально для вас посмотрел в 3D-кинотеатре фильм «Аватар». «Аватар», Вася, очень крутой фильм. Это очень, это, я не знаю, это очень, очень, Вася, крутой фильм. Горик, понятно уже все, давай, давай, понятно уже все. Слушай, что ты меня останавливаешь? Подожди, да, геть, ну, крутой фильм конкретно. Короче, один приличный, порядочный пацан перебежал на сторону врага из-за тёлки, короче. Это фуфламицин, ну, который ради бабы друзей киданул, попадает на другую планету. Там, Вася, такая красивая планета, свой душу мотал, как у Анзорика на даче после ремонта. Такие тёлки все там вообще, все синие тёлки ходят, понял? Все, как у Анзорика на дискотеке, короче, по пятницам. Вот такие синие тёлки, цепляй только удочкой. Что ты несёшь вообще? Ладно, всё, не умничай. И, короче, этот чмошник один день влюбился в одну из этих синих марамоек, короче. Прыгнул на дракона, прыгает. Да? Прыгает на дракона, чтобы дракона угнать, короче. Ну, у нас отверткой, короче, там делают замыкание. А там, короче, нужно косу свою косу, короче, задницу дракону надо это засунуть. Вот Горик, что ты несешь? Какой дракону задницу? Слушай, ты видел этот фильм? Нет. Ты этот фильм видел? Нет, я ты не что, блин, Нострадамус, что ли? Я видел этот фильм, я рассказываю. Начинает тишина. Извините, у меня просто оператор, походу, с ума сошел, гонит, походу. В общем, извините, рассказывай дальше фильм. Они все тёлки эти хвостатые там. Я бы увидел эту тёлку хвостатую, я бы попутал. Как хвостат? Хвост растет у бабы, прикинь. Идет она хвостом, машет вот так вот. Я от меня говорю, там, я, чтобы я бы с ума сошел. Короче, это, на планете начинаются эти психийные бедствия. Какие? Ну, психийные бедствия. Жорик, там. Стихийные бедствия. Да, стихийные бедствия, а ты не указывай мне. Стихийные бедствия начинаются, американцы нападают на этих синих и хвостатых. Какие американцы? Американцы там, короче, там этот, блядь, один, ну, этот полковник, короче, седой, у него как будто курица поцарапана, блядь, такой, Вася, весь строгий, блядь. Американцы с этих синих, это, три шкуры сдирают, эти против америкосов. Этот фуфламицин, короче, что делает? Что? На драконе, Вася, подлетает огромный такой дракон, короче, я не знаю, как Майбах, вот такой, короче. Подлетает такой, выходит, такой, помнишь, я один день, короче, эти две в коротких юбках на гастрономии стояли. Я на шестерке подлетел. Да. Вот он точно с меня снимает. Вот это выходит, Вася, фраер, вот такой, понял? Что там? Горик, я тебе сколько раз говорил, не понял. Короче, так неожиданно подлетел, припарковался, все с ума сошли. Слушай, ты меня говори, будете теперь, короче, мне долю свою отдавать будете. Все теперь мне, теперь все ваше мое. Вы ничего не имеете по жизни. С каждого дерева инжир мой, короче. Виноград сюда тащи. Короче, я теперь ваш пахан по жизни. А вы никто. Вы фраера будете, понятно? Вот такие, короче, начинают пироги закидывать. Короче, говорит, если что не так, я у всех подход сделаю. Такой с ума сойдете, короче. Уважаемые киноманы Пятигорска, всем советую посмотреть этот «Аватар», потому что фильм в целом, ну, очень хороший. Но, если честно,
снят не очень хорошо. Серьезно говорю. Перегнули же, как может фильм? Снят не очень хорошо. Все, кто смотрели, говорят, гениально снято. Что ты говоришь? Не, не, изображение раздвоено все вот так, двоится в глазах. Жорик, а ты очки надевал эти 3D? Что? Ну очки там, говорят, в 3D кинотеатре очки всем дают. Вот эти что ли? Да, ты одевал. Да зачем мне эти картонные очки одевать? Я нормально, я свои одел вот эти. Гуччи сижу нормально, эти москвичи как лохи походят. Жорик, внатуре, я тебе одну вещь скажу. Однажды в жизни я сейчас тебе скажу. Какую? Ты лох, Жорик. Ты что сказать? Ты что сказать? Кто лох? Жорик, ты лох. А ну выключи камеру, мы сейчас поговорим. Ты должен был все картонные очки надеть.